Для тебя Крым – это Россия? Для меня нет. Для меня нет. Вот эта всеобщая радость, опять же, ну, большинства, там вот, что Крым вернулся к нам, я вот этой вот эйфории не разделяю. Для меня лично, я не знаю, может, у меня после этого полетят помидоры со стороны там своих российских фанатов, но для меня, ну, я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту, для меня это Украина. И поэтому, когда там вот какие-то концерты, там вот в Крым с нами, теперь мы вместе, я... Нет, я в этом участвовать не буду. Артисты стали оружием пропаганды, да, в России. Безусловно. Часть артистов подписала известное письмо в поддержку военных действий в Крыму. Валерия с Иосифом Пригожиным очень активно поддерживала Владимира Путина и продолжает поддерживать ситуацию. Стас Пьеха едет с туром по Крыму. Конкурс «5 звезд», куда даже Таисия Повали. Тебе предлагали выступать в Крыму? Да. Сейчас я пока не готов туда ехать, потому что я не понимаю, как себя вести. Откровенно, я не понимаю, как себя вести, потому что, с одной стороны, это вроде, ну, как бы у меня в душе это Украина, а вроде как это уже не Украина, это уже Россия, и вот я не понимаю, как себя там вести, что точно я не буду делать, я не буду принимать участие в подобных мероприятиях, которые будут с восторгом кричать «Крым наш», «Мы вместе», «Мы отняли», «Мы там забрали то, что у нас». Я это не поддерживаю. Как ты отнесся к своим коллегам, которые высказались открыто в поддержку аннексии Крыма, в поддержку тех действий в Крыму, в поддержку и референдума незаконного? Ну, я считаю, что это очень неразумные все, не умные.